В отличие от многих факультетов Белорусского государственного университета, физфак отмечает свой профессиональный праздник с размахом. На протяжении 3 дней студенты уходят в отрыв любыми известными им способами. Этому способствуют различные аттракционы, такие как бешеный кабан, ЗАГС, децибел и многие другие. День физика – это когда все физики, особенно физический факультет, сходят с ума. Ощущение такое, что, боже мой, хотелось, чтобы такое было каждый день. Но самое главное, что бурное веселье никому не мешает. Как все хорошо стало. Даже замдекана физического факультета поддерживает традицию празднования Дней физика. История Дней физика очень далека. И, в общем-то, они традиционно проводятся и привлекают не только наших студентов, но и всех выпускников, которые были раньше. И они проходят вот в течение 3 дней. Ну, это затягивает. Это, в общем-то, одна из сторон физфака. Притом представление, вот сегодня, которое будет, оно ведь адаптировано, там посвящение первокурсников, студенты, и адаптированное оно физике, там не просто так, то есть все адаптировано к физфаку. Особой популярностью пользуется аукцион, где можно купить что угодно, даже зачет. Допустим, мы в прошлом году продавали лодка «Земля обетованная». Продали, глобус забетонировали. Обычно все, что мы делаем, все расходится. За счет преподавателей уходят некоторые за 300 тысяч, допустим, некоторые за 100, некоторые за 50. А если вкратце... Очень много пива.